Всем привет, друзья! Ужин на ужин. Пшенка со специями, с маслом, с лучком посыпал. Вот оно. Сливочное масло. Сейчас растает, перемешаем. И вот такие бутербродики. Хлеб, кетчуп, мазик, сосиски сверху. Перемешаем сливочное маслице со специями, с лучком. Каша горячая. Новую вилочку заметили? Заказал на Алиэкспресс. Там в комплекте была ложка еще, есть вернее ложка и палочки для ролл. Я заказал, чтобы меньше шкрябать по тарелке. Такая легенькая. Уж непривычно. Ну, 200 рублей с чем-то мне это обошлось. Вилка, ложка и палочки. Здорово. Все вместе с доставкой, разумеется. Ничего, такая, да, симпатичная вилочка. Друзья, 15 октября, не забывайте, будет стрим. Алкастрим в 16:00 по московскому времени. Все как обычно, все как всегда. На площадке YouTube. Вот я говорю. Для тех, кто меня смотрит на других площадках, там Руту, Дзен, короче. Сегодня не тройной удар, а двойной. В простонародье киченес называется. Кстати, киченес обалденная штука, да?
Тройной удар еще лучше. Тройной удар, для тех, кто не знает, это кетчуп, майонез и немного горчички. Еще можно четвертной удар сделать. Это аджику добавить. Масло плохо перемешал. О, потекло, блин. Бутерброд, ну, ничего страшного. Очень сытно, очень вкусно. Завтра на работу. Как выходные, махом промчались. Так, сегодня что у нас? Суббота. Вот как раз следующую субботу стриме будет. Сегодня 8 получается. 8 октября. Ну, если вы это смотрите, у вас скорее всего 10, если не 11. А не, какую 10? 9, да? Ну и все. Такой вот сегодня ужин, я считаю, был просто на высоте.